Всем привет! В эфире Телегита, а это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В ближайшие дни вас ждут премьеры телесериалов и картины, достойные вашего внимания. Не переключайся, я Анна Троян, сейчас все расскажу. «Костер на снегу» – под таким названием на нашем канале стартует драматическая история. Ее встречаем в среду. Добрая и наивная девушка Настя возвращается в родную деревню после интерната. Ее семья живет в нищете, но героиню не пугает трудности, ведь она прекрасный маляр, и работа для нее всегда найдется. Однако очень быстро девушка понимает, что она лишняя в своем доме. Зато жизнь, наконец, начинает набирать обороты. Их смотрим с 18 апреля в 9:30 утра и в 18:30. Настя, ну что ты такие тяжести таскаешь? Ну это что? Ну, во-первых, у меня помощник есть. Он его честно нес. А во-вторых, я себя хорошо чувствую. У меня ничего не болит. Ну хорошо. Доктор сказал, я рожу богатыря. Да ты что? Мальчик будет? Да. Ой, ну как же здорово. Срочно отмечать, да? Пойдем. Сашка, любовь моя, в пятницу встречаем еще одну новую историю о большой любви и непростых отношениях в современном мире. Юные герои знакомы с малых лет, однако пришло время расставания. Девушка поступает в институт, а парня забирают в армию. Они дают друг другу клятву в верности. После службы наш герой узнает, что его возлюбленная-то вышла замуж и уехала в столицу. А он, в свою очередь, не собирается сидеть сложа руки и начинает новую жизнь. Сведет ли снова судьба героев? Начнем узнавать с 20 апреля в 8:30 утра и в 17:30. Ты чего здесь делаешь-то? Ну, иду кратчайшим путем. Ты совсем уже с ума сошел? Нет, я такой всегда. Понятно, но мне надо было догадаться. Забыл сказать тебе вчера спасибо за прекрасный вечер. Спасибо. Нравится? Очень красивая. Это мы сейчас оранжерею тушили. Друзья, как мало нужно для счастья. В этом убедимся вместе с кинолентой «Бобер» в завершении рабочих будней. Уолтер – успешный бизнесмен, муж и отец. Одно несчастье – депрессия отравляет все его существование. Полноту и радость жизни возвращает, не поверите, кукла Бобер. Надев ее на руку, Уолтер обретает второе дыхание. Говорящий зверек восстанавливает мир в семье и даже берет на себя управление компанией. Родные и близкие в шоке от такого поведения папы, а он, в свою очередь, уже и сам не знает, кто главнее – он или Бобер. Ленту смотрим в пятницу в 21:45. Проснись! Книги, таблетки. Это детский сад. Ты же много смотрел передачи о ремонте. Что думаешь? Плеснешь тут краски, там переставишь мебель, и все будет хорошо? Ты же перемен хочешь. То есть больших, настоящих перемен. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Дядя Федор, кот Матроскин, крокодил Гена и Чебурашка. На большинстве рисунков, представленных на конкурсе, можно увидеть именно этих знаменитых и всеми любимых персонажей Успенского. А некоторые ребята предпочли изобразить самого автора. В эти весенние выходные, конечно, лучше погулять. А если уж останетесь дома, включайте ЛРТ. У нас стартует детективный сериал с нестареющим Жаном Рено в главной роли. Джо Сенклер – ищейка со стажем. Расследует самые сложные убийства в городе. Следуя за его неустанным стремлением к справедливости, история покажет самые потаенные уголки знаменитых парижских достопримечательностей. Не пропустите в субботу в 17:45 и в воскресенье в 16:45. Вот и счастливое семейство. Мы слышали, дочь погибла. Несчастный случай? Да, через год после переезда домработница нашла ее в спальне лет 6 назад.
В спальне? А что случилось? Сердечный приступ в результате игр с асфиксией. Вечером в субботу советую посмотреть испанский психологический триллер. В главных ролях интриги, обман, предательство, секреты и роковая любовь. Жоана – дочь богатого коммерсанта, и только ей одной отец доверил очень важный промышленный секрет, узнать который хотели бы многие. К несчастью, девушка с рождения страдает очень редким и серьезным заболеванием – агнозией. Вскоре Жоана становится жертвой чудовищного заговора. Как закрутится эта история, смотрим 21 апреля в 20:30. В комнате есть тревожная кнопка. Тревожная кнопка? Не волнуйтесь. Поверьте, этот колокольчик не зазвонит. На этом все. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще рекомендую подписаться на ЛРТ в соцсетях, тогда вы будете в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, говорю пока-пока!